На Дніпрян чекає благодійний блошиний ринок в найкращих паризьких традиціях. Організатором барахолки виступила біржа благодійності «Добродій». Отже, як стати учасником заходу та на що підуть зібрані кошти, розкаже наша гостя Дар'я Шевченко. Вітаю, Дар'я. Здравствуйте. Розкажите, почему, для чего организовывается данная барахолка, для чего будут собирать деньги? 15 октября по адресу улица Площадь Троицкая, 2, пройдет наш благотворительный блошиный рынок по-парижски. Все это будет ради чего? Ради того, чтобы все вырученные средства, абсолютно все 100%, пойдут на покупку единственного в области стола рентген для 3-й детской больницы. Это такой стол, благодаря которому можно делать намного безопаснее и быстрее операции на маленьких пациентах. Расскажите, почему по-парижски барахолка называется? Название пришло абсолютно логично, потому что в Европе блошиные рынки, да, там по воскресеньям очень принятая традиция. И они проходят, можно найти вообще самые редкие, самые необычные вещи. И мы, когда увидели то, что нам начали люди приносить, мы поняли, что это формат, абсолютно европейский формат. А так как в Париже проходят одни из самых лучших европейских барахолок, блошиных рынков, то отсюда и название. То есть это люди приносили какие-то, ну, вещи, которые будут продаваться, или же это какие-то брендовые магазины, как было вот у вас недавно? Нет, это мы кинули пост в социальных сетях, что у нас стартует такая акция, и люди начали приносить свои вещи. И мы удивились, потому что вещи действительно необычные, замечательные. Просто, как, знаете, вот у каждого дома есть такая душевная реликвия, которая, ну вот она милая сердцу. Не просто там, ну, есть ненужные вещи, а есть нужные, но просто они уже хозяину отслужили свое. И люди, это, знаете, как обмен энергией такой происходит. То есть люди приносят, а кто-то найдет себе что-нибудь интересное. И сколько таких вещей уже собрали, чтобы, получается, продавать на этой барахолке? Достаточно много. И, то есть я думаю, что мы все продадим, потому что вещи действительно стоящие и очень такие раритетные, я бы так сказала. Расскажите о цели. Что вот это за стол для рентгена, зачем он нужен? Насколько он необходим при операциях? Во время операции, например, когда операция проходит на поломанной ноге, к примеру, во время там, хирургического вмешательства иногда бывают такие случаи, что нужно сделать рентген, чтобы посмотреть, все ли там нормально. И, к сожалению, сейчас такого стола рентгена в области вообще нет. И без стола рентгена это проходит так, что во время операции на открытую рану начинают ребенка, получается, обворачивать вот в эту вот защитную пленку, что это является небезопасным, и это очень долго. А с помощью такого стола, который стоит сейчас 99 тысяч, ну, 100 тысяч практически, это можно делать без вот этих всех манипуляций, и время операции практически наполовину быстрее проходит. То есть, соответственно, это безопаснее для маленького пациента, и также это можно сделать больше операций в день, чем делалось ранее. Подобные барахолки вы проводите впервые или уже были похожие? Подобного формата мы проводим впервые, потому что предыдущие барахолки были, там была больше одежда или аукцион картин. А тут будет и одежда, и картины, и какие-то принадлежности для дома, и фигурки, статуэтки, вышиванки. Вот просто все, что... Ну вот, действительно блошиный рынок. Как считаете, денег удастся собрать больше, чем на вот этих вот предыдущих барахолках с одеждой? Или же меньше? Мне бы очень хотелось, чтобы это было больше, потому что даже 3-я детская больница сказали, что у нас есть еще один запрос на инфузомат. Инфузомат – это беспрерывная капельница. Получается, что когда маленького, вообще новорожденного ребенка, там, он рождается, например, раньше срока, его нужно постоянно капать, там, питание, еще что-то. И один инфузомат стоит 70 тысяч гривен. И вот представьте, что вот один такой аппарат на ребенка, то есть 7 дней, например, неделю капает, беспрерывно. То есть получается, пока капает одному, второй, как ни ужасно, ждет очереди на него, потому что нельзя отключить от этого. Вот. И если мы соберем больше,
100 тысяч гривен, то мы купим еще вот этот инфузомат для третьей детской. А если, допустим, не удастся всю сумму собрать, или же, например, кто-то опоздает на барахолку и захочет просто помочь, будет ли какая-то возможность помочь отдельно? Конечно. На нашем сайте 248.dp.ua открыт проект. То есть, если человек не может прийти на барахолку, или он не может отдать что-нибудь, поучаствовать, то он может поучаствовать материально, зайти на сайт, выбрать проект, он там, ну, открытый, там все видно, и пожертвовать любую комфортную сумму с помощью карты, это буквально 2 минуты, и поддержать таким образом. А где будет проходить мероприятие, это барахолка, куда людям обращаться, куда звонить, когда это будет? Звонить. Мы находимся в арт-квартире, улица Площадь Троицкая, 3, номер телефона 050-450-40-44. Я отвечу на все вопросы, мы проконсультируем, куда приходить, это если приносить вещи. А если приходить на барахолку, это вот прямо рядом, в следующем здании, улица Площадь Троицкая, 2, здание банка «Конкорд». Там есть потрясающий внутренний дворик, и он такой, знаете, очень атмосферный, он весь в плитке, и мне кажется, это будет очень так вот, прям по-европейски. Ясно. То есть ждем вашей барахолки чудесной. Приходите. Да, и так я так понимаю, там будут совершенно разные вещи. И какое-то ретро тоже. Да. Да? Да. Но я не буду рассказывать, потому что приходите, посмотрите, будет... А для гостей вот какие-то, помимо продажи товаров, какие-то будут там развлечения, не знаю, концерт какой-то? У нас будет весь день играть диджей. 2 одних из самых лучших диджея в городе. Тоже не буду говорить имя, потому что это, ну, секрет. Это не секрет, это, знаете, просто, чтобы люди пришли, заинтриговать. Будут играть диджеи, будут угощения, фуршет, будем продавать тоже благотворительно пряники, леденцы, потому что, может, кто-то проголодается. Это вот мастерицы нашего города, они бесплатно нам предоставляют. Это абсолютно очень вкусные пряники, очень вкусные угощения. Также будут угощения, фуршет, вино, напитки, а вечером, в 6 часов вечера, пройдет показ днепропетровского дизайнера Натальи Музыченко платьев. А в конце, в самом конце, будет розыгрыш одного из платьев Натальи, которое она тоже нам предоставит его. Так что приходите. То есть дизайнеры, волонтеры, все бесплатно работают? Все бесплатно. Мы абсолютно работаем на благотворительных условиях, потому что, ну, это наша политика, то есть люди абсолютно бесплатно на своем каком-то энтузиазме приходят и помогают нам, и ничего не требуют взамен. А вещи как долго собирали? Полгода или сколько? Нет, мы начали собирать в конце августа, и уже их так много, действительно очень много вещей. И несите, если у кого-то есть еще, несите еще, потому что я уверена, что там настолько прикольные вещи, что... Я думаю, они найдут своих хозяев, точно. Может быть, вы можете анонсировать, есть ли какие-то идеи на необычные такие благотворительные акции в дальнейшем? Ну, в дальнейшем, знаете, как у нас идеи приходят спонтанно. То есть мы не планируем ничего, потому что вот бывает такое, мы сидим, думаем, вот, ну, какое-то мероприятие, мы уже постоянно проводим разные мероприятия, концерты, барахолки, аукционы. И вот, знаете, оно как-то, наверное, в нужное время, в нужном месте, вот она приходит, идея, и мы ее воплощаем. То есть мы сейчас воплотим эту идею, и потом к Новому году обязательно у нас что-то будет. Мы хотим сделать что-то типа аукциона, но не такой, какой он был в прошлый раз, а что-то новенькое, и мы еще удивим. Спасибо вам большое. Желаю удачи. Спасибо. Желаю собрать нужную сумму и, наконец, купить стол. Спасибо большое. Спасибо вам большое. І з нами була Дар'я, розмовляли про барахолку, яка відбудеться у Дніпрі незабаром.